Спонсор видео канал Миш. Парень часто теряет твердый знак. На канале присутствуют игры всех жанров и направлений. Даже это вот что. От себя лично могу сказать, что парень успешно потратил деньги. Рекомендую вам сказать ему не грусти, потому что, наверное, ему грустно. И желаю Миш больше не терять твердый знак, потому что его действительно сложно найти. На этом рекламная пауза кончилась. Hello, my name is Valera, I play this black man. Don't eat your pants. Не ешь свои штанишки? Возьмите кружку и идите работать на своей клавиатуре. Знать бы, где моя клавиатура и почему его так гнет. А, ну да, так я сейчас вернусь за работу. Мистер Босс, нужно подойти к нему и спросить, где моя клавиатура, наверное. Я думаю, он не против, что я так двигаюсь. Извините. Где? О. Ё-моё, я об стол ударился. Давай, давай. Все, судороги. Сам найду свое место. Ну, можно взять любое свободное. О, плюс 50 рубасов, нормально. Мне этот стул будет мешать работать. Прошу прощения. Господи, стул, да что ж ты вцепился в него? А, моя голова. В ад того, кто это управление вообще изобрел. Так, как там печатать? Вытянуть руки вперед. И работать! Я кликнул! Я слышал, я кликнул. Теперь я требую повышения, я хочу повышения. Щелчок же был, значит я поработал. Принесите кофе боссу. Ну как из этого инвалида возьму кружку? О, я поработал снова. Жесть, да я уже заработался на сегодня, хватит. Все, это что, время что ли еще? Well done, вы уволены. Ну это же нифига не well done было сейчас. Дико крадусь к кружке. Стараюсь не съесть свои штанишки, как гласит эта вывеска. Босс, я несу кружку. Это заранее ему поставлю. Все, бон аппетит. Наполнить ее кофе сначала надо. Блин, откуда я знал, я первый день. Это похоже на кофемашину вроде, да? Дай кофе. Так явно не наберется. Да отстой, я же стараюсь. Ну правда, ты что не видишь что ли? Слышишь ты? Может поговорим сюда, иди. Какой я уволен, на свое кофе, слышишь? Какая-то дичь просто, ну что это? Стулья, столы, я доберусь до этой кружки. Дайте, пожалуйста, стакан. Ай! Я что, флипнулся сзади и накололся? Я супер аккуратный, все. Все, я иду к своей работе. Вот вижу свободное место. Так, работаю. Да-да-да-да-да! Я печатаю, я работаю. Все видите, что я делаю? Все хорошо. Где она? Я вижу. Печатается! Она печатается там! Я работаю под столом! Босс-кофесос, как не вовремя! Я несу, не смей меня увольнять! А, нет, я же здесь, 25! Я не уволен? Выгибайся и вперед, давай, как Наруто! Я заготовлю заранее две кружки. Вот это я очень умный и продуманный работник. Все знаю наперед. Здравствуйте. Я начинаю работать. Я очень люблю работу. Да печатай ты по клаве, а не по стене, дурак. Балбес. Что ты там снизу пытаешься накликать, умник? Циферки пошли. Да что это такое? Я буду работать усердно. Я не хочу быть уволенным. За что я уволен? Ты что, оборзел, что ли? Пошел вон отсюда. Работа прекрасная штука. Мой 500-й день, возвращаюсь снова на эту ужасную работу. Ужасный босс, отличная работа. Осторожно, я несу кружечку. Ты чё меня? Все, 12-е место занимаю, признаю моим. Стулья. Работа пошла. Работа идет полным ходом. Кружечка для босса. Мистер Босс, все будет. Очень люблю своего босса. Неужели все получится? Yes. Ааа, стол! Так. Тихо. Да ты кто? Я уволен, походу. Ну на секунду не успел! А чё это ты уже перехотел, а? Невкусный уже невкусный. И чёрный без сахара. Ваше Величество, может быть вашу карету довести до кофемашины? Ну ничего, бывает, я тоже спотыкаюсь. Это у вас пол такой. Давай, давай, пойдем кофе посмотрим где. Что ты развалился? Вот тебе цветок. Мистер Босс, там так много кофе. Моя ошибка, извините, пожалуйста. В следующий раз я буду аккуратней. Посторонитесь, я везу босса. Вот твое кофе, пожалуйста, вот. Все, это твой новый кабинет. С отличным видом на мои мучения. А почему за моим столом кто-то сидит? Слышишь? Ты в курсе, что я здесь обычно нахожусь? Уматывай. Вон. Там посиди. Это мое рабочее место. Я дико люблю работать, я работаю тут. Набирайся. Я приловчился, я... Так. Мистер Босс,
Теперь за работу. Извиняюсь, меня устраивает это место. Как все жадно печатают. Куда мне этот Майнкрафт тащить надо? А, Worker 66. А почему они вообще рандомно написаны все? Не, босс, давай этот... Отстойная архитектура офиса, это твоя проблема. Че, помочь тебе? Вот здесь печатай. Да, я поработаю на твоей клавиатуре, иначе меня уволят. Я поставил здесь кружку, значит это мое место. Ну ты помнишь правила, ты постоянно уваливаешь отсюда. Ой, я снизу печатаю, у меня там кнопки тоже есть. Если он наберется боком, то я не знаю, как мне его нести. Жесть, ну это ненормально. Это ненормально! Да себя уволь, себя уволь. Видишь, я тоже могу быть боссом, ничего сложного. Work. Теперь ты уволен, понял? Ногами печатать можно? О да, моя клавиатурка, yes! Work плюс!